Всем доброе утро. 25 октября. 7 утра почти. За бортом у нас 18. Я стою в салоне. Тепло. Но дождик накрапывает. Еду на выгрузку под Марсель. Все, погнали. Стояла на дороге. Очень хорошо. Сразу на выезд. Не надо по паркингу еще ездить полчаса. Нифига себе, где еще народ может стоять. В принципе, да. Почему нет? Странно, то открывают эту полосу, то закрывают перед Ниццей. Отказали. We'll be right back.
Сейчас вот развернуться надо. Да сейчас я сделаю перерыв, не пищи. 4 минуты ты всего лишь лишних. Меня быстренько выгрузили, напоили кофе. Вот в этой фирме, девчонки, вообще другая фирма, выгружала меня вот эта фирма, где палеты стоят. А поили кофе меня девчонки из другой фирмы. Вот. И все, как раз успела до обеда, все уехали сейчас на обед. Просто прекрасно. Мне, конечно, смутил этот знак. 5,5 тонн. Вот. Оказалось, что я правильно приехала. Гора такая красивая сейчас будет. Вот. Это возле Марселя. Бывают ответвления прям с левого ряда. Что-то тут все улетело. Один раз еще и заправлялась как-то. Красотища. На 13-й съезд съезжаю, где мы с Леней встречались, когда он мне борщ сварил. Ни одной грузовой машины сейчас, а в прошлый раз встать некуда было. Блин, туалет вот... Нет, все равно надо на газон сходить в туалет. Что за люди? Есть и туалет, и вода. Нет. 2 метра пройти нам сложно. Подром. Вот он. Там. Через 500 метров наверните на дом. Как интересно. Я еще думаю, что за поле тут такое. Thank you.
не выгрузили меня сегодня. Поэтому я поеду на паркинг. Ай! Ай! Thank you.
заблудилась я в этом Провансе. Кружила, уже стемнело. Хорошая дорожка кончится. Ой, начнется плохая. Ай! Упала. Может, у меня что-то отвалилось? Нет, не у меня. Пока.